Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас продолжение нашего сериала. Вторая часть заключается в том, что здесь будет находки попа, кокарда поповская, затем шестерки сатаны, вот, и перстень серебряный с черепом. Мы его датировали, это до 17-го года, то есть с Первой мировой войны. Так что смотрим, будет интересно. Третья часть будет шикарна тем, что комрад, в частности Михалыч, откопал дорогущую находку. Это монета, и она встречается довольно-таки редко. В трех регионах, если я не ошибаюсь. Самарская, Оренбургская и Саратовская. Вот. Так что вот так вот. Если интересно, можете посмотреть первую часть. В первой части там такая находка, которую я никогда не откапывал и не знаю, откопаю я или нет. Так что можете посмотреть первую часть. Вторая сегодня, а третья я вам уже сказал, что комрад нашел дорогущую находку. Блин, вообще жуть. Та-дам! Смотрите, это конина. Предмет конской упряжи. Мы все поднимаем такие маленькие с ноготок. А это вот такая вот, размером с хоккейную шайбу. Итак, ребят, зашурфился я. Вот, почему я здесь зашурфился? Потому что пробежался сначала верховые, копнул, здесь и везде железо, причем кованина, кованые ножи. Вот, и попробовал здесь шурфом протыкаться, протыкал шурфом. И, в принципе, вот этот эпицентр мягкий, и я здесь зашурфился с краешку, где всего штык провалится на штык лопаты, щуп. Было две монеты советские. Вот, и сейчас тоже советская выпала копейка 31 года. До этого была копейка с новым гербом, это со старым. И 10 копеек, я так понимаю, как его, щитовик. Вот он лежит. Да, щитовичок 10 копеек. К сожалению, посмотреть что-либо невозможно. Были еще две бутылочки. Вот такие вот маленькие. Классные. Классные вообще. Огонь. Обручалка, пуговка. Вот, в принципе, на этом и все. Пока так вот. Бутылок здесь огромное количество вообще. Здесь бухать то ли любили, то ли что. Целых бутылок вон сколько накидал. Они кругом валяются. Целые чебурашки. Ладно. Бревно выкинул. Вот оно такое здоровое. Причем это не столб, а половая. Вот. Там он дальше идет. Продолжение. Бутылки находятся на штыке лопаты, но засыпка вот именно здесь вот уже на два штыка и продолжается. Здесь штык, и по мере возможности она уходит вот сюда вглубь, все глубже и глубже. Фундамент там стоит, там стоит. Тыкали в них, но видно, ни до чего не дотыкались. Ладно, посмотрим, покопаем дальше. Итак, ребят, очередной сигнальчик. Следующая у нас монета. Старый герб. Вижу. Это у нас трешка. С
старый герб, трешка зеленая до безобразия. Фиг знает какой год. Блин, бутылки уже замучили, блин. Я вам чуть позже покажу, сколько, блин, здесь уже. Здесь приема тара, что ли, было. Или бухали так сильно. Бутылок, мать мущая, ребят. Вы будете в шоке, когда увидите. Ладно. А до этого у меня была трешечка. Я не снимал, потому что она 52-го года. Не хотел отвлекаться. Ладно, погода наладилась. Весь день моросил дождь. Спина, ноги, смотрите. У меня жена по головке не пал гладит, если я приду такой грязный. Погода наладилась. Тучи ушли в ту сторону. И это хорошо, потому что небо чистое, просвет. Теперь нам ничто не помешает. Итак, ребята, бутылки вытащил. Под бутылками был сигнал. И вот она, красавица, большая. С сильным наростом, налетом. И я вижу, что это у нас... Пока ничего не вижу. Да это у нас трешка. 3 копейки 24-го года. Вторая сегодня. Вторая. Причем 1-1. Прям в это, похоже. Классно, классно, классно. Зачетно. Продолжаем. О, ребята, я уже вижу, что я отрыл. Там же, под бутылками. Три трешки. 52-й, какая-то еще 24-й. И вот смотрите, ну я, к сожалению, вижу, что я по ней лопатой, зараза, трахнул. Ах, черт, вскользь. Сразу сколько отметок. Это у нас на этот раз пятак. 5 копеек 24-го. Но, к сожалению, а может, к моей радости, он затертый. Затертая монета. Хотя не особо сильно я по ней лупанул. Это, в принципе, можно запатинировать. Самое главное. Но монета все равно, видите, да? Убитые язвы. Но факт в том, что пятак, 24-я крупная монета. Советы? Ну и хрен с ним. Зато советы, и они идут. А пацаны там копают, у них немножко получше. Что-то у меня на объективе какая-то хрень прилипла. Ладно, продолжаем. Черпачок вот такой. Это ложка, ребят, была в свое время ложка. Продолжаем. Итак, ребят, находка, но на этот раз не монета. А вот такой вот окаменелый крестик. Блин, настолько он хрупкий, но целый. А вот такой вот крестик. Теперь и у меня крест есть. У Стаса есть. У Михалыча есть. И вот теперь у меня есть. Хрупенький, хрупенький. Заберем. Итак, ребята, кто хочет заработать на шурфе, тоже можно поднимать хорошие зачетные находки. У меня находка не монета. Эх, жалко, что она короткая. Но это, ребят, ух, какая, блин! Это у нас латунь. Нифига себе! Вот это да, вот это, блин, это, наверное, самое лучшее, что я сегодня поднял. Все монеты как алики. А вот это вообще огонь такая, знаете. Ну сколько, наверное, килограмма 3-4 точно. У Михалыча, если весы есть в машине, я взвешу. Блин, тяжелый, зараза, огонь вообще. Вообще огонь. Поднял я еще 10 копеек. 46-го года. Ну, обычная монета. Половой сохран. Пойдет. Классно.
красота. Сегодня не жарко. Весь день моросит дождик. И ветерок. Чудо, а не погода. Класс. Итак, ребята, шурф дал плоды. У меня есть находки. Есть еще одна находка. Но находка комрада. Смотрите, какая шикарная бомбочка. Смотрите, чего. Вот это, да. Ребят, походу трофейное кольцо. Возможно, это СС. Здесь, видите, по носу лопаты, конечно, задели. Но благодаря этому мы увидели, что это серебро. Находка просто огонь. Лучше от копа ничего не стоит ждать. Но находка. Единственное, что она какой-то маленького размера. На мизинчик, что ли. Хотя фрицев были все такие, блин. Дохлики. Огонь, просто огонь, ребят. Прям, блин, за это можно уже ставить пальчик кверху. То, что вышло из земли, такая находка. Ну, мои поздравления, комрады. Сегодня мы с двумя товарищами. Так что ништяк. Прям смотрите, ребят. Если есть у кого информация, пишите в личку. Или же под видео в комментарии. Ваше мнение. Что за кольцо? Кто, возможно, ее владел? Может, какая спец там, какая-то СС или еще что. Ну, надписи не видно, но имеется такая легкая зелень. И я предполагаю, что это кольцо серебряное. Тишина такая в эфире. Рядом за спиной пацаны стоят. Один курит, другой радуется, хозяин. Я хочу вручить вам это кольцо в знак принятия в наше братство. Кольцо чести будет связывать вас со всеми членами СС. Примерьте. На левую руку. Да-да. Черепом внутрь. Всегда. Подходит? Носите его с честью. Ладно. Мои поздравления. Зачетно, да, зачетно. А у нас пока пусто. Пусто. Итак, ребят, очередной зеленый кокалик, я считаю. Ну, ни одной путной монеты. Все кокалики. Все какое-то убитое. Это у нас что? Двушка 24-й. Да еще игровой. Да твою налево. А, нет, этот не... Блин. Убитая. Черт возьми. Игровая монета. Михалыч тоже поднял. Николая Первого 1840 года. Я вам покажу на обзоре. А это у меня вот. Значит, в этой деревне было место... Игре Орлянки. Вот такая двушечка. Угу. Ладно. Сигналы есть. Копаем. Итак, ребята. Сижу я вот в кустах. Правда, на корчиках. Фундамент немножко углубляется. Ходил я сейчас на перекур. Чай попить. В общем, камеру с собой не взял. Но заглянул к пацанам. Блин. Этот шурф, вернее, этот выпуск просто бомбический тем, что находки просто сногсшибательные. Тем, что, знаете, нашли сначала кольцо с черепом, затем пацаны нашли шестерки. Это Стас шестерку нашел, потом шестерку нашел еще Михалыч. Вот, и еще, наверное, шестерка есть, 666. Но, еще одна находка, поповская кокарда. Представляете, поповская кокарда, шестерки и кольцо с черепом. Что это? Нифига себе. Но чуть позже, когда буду с камерой или под конец видеосюжета, я вам покажу эту кокарду, шестерки,
кресты были потом. Ну, маленькие крестики. Вот, и кольцо с черепом. Блин, сегодня просто выход, просто сногсшибательный. Ну и, естественно, ребята, уж извините, какой шурф, такой и будет аватар. Аватарка будет громкая. Хоть и находки советские, царские, ценного ничего нет, но находки просто, знаете, уму непостижимы. Так что, ладно, смотрим. Я дальше продолжаю копать. У них уже у каждого штук по 20 монет. У меня немножко поменьше. Но у меня шурф только начался, и как бы не особо интересно, что такое выпадает. Но, как вы видите, все-таки есть, и я продолжаю. Итак, монета, 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 монета. Что? Что это? Что? Блин, все монеты. Датировать очень-очень тяжело. Что за монета? Это у нас 20 копеек. Рамочник. Год не видно, но хочу сказать, что эти монеты идут у нас с 31 по 34 год. Так что где-то в этих числах у нас эта монетка. Классно. Здесь какая-то вот сопуточка идет, вот такая вот интересная. Это банки. Банки. Я помню по детству такие банки. Мне мама такие банки ставила. Бутылки у нас все прибавляются. Потом в конце, когда буду заканчивать, встану на эту гору и сверху покажу количество бутылок. Полная жесть. Правда, немножко они уже закончились. Все бутылки были вот здесь и вот. Вот здесь и вот. Дальше что-то бутылок закончились даже. Как-то уже скучновато стало. Ну ладно. Ребят, чистенькие. Первый раз сегодня такая находка. Чистая. По размеру. Ну да. Пятак. 5 копеек. К сожалению, здесь небольшие язвы. 5 копеек 41 года. Неплохой сигнал, неплохой, вообще классный. Пополняется у меня моя мисочка. Блин, такие вот камушки попадались, где-то 3 штуки. И после третьего я решил, может быть, еще выпадут. Прям идеальные, такие гладенькие, прозрачные. Скоро будем завершать. Я уже решил сюда насыпать. Этот шурф я обязательно добью. Обязательно. Потому что вот здесь вот дом проходил. Туда. Щупом я прощупал. Здесь тоже провалится на полметра. Так что бревно стояло вот так. И бревно было так. То есть это просто-напросто балки. А сами венцы... Я так понимаю, вот здесь вот где-то там он проходит. Я почему именно с этого места начал? Щуп здесь вот хорошо пролазил. И там были верховые находки. Ну, я и пошел по засыпке, как она шла. И вот получилось как-то вот так вот. По мере возможности, видите, я засыпаю то место, где я уже прозвонил. Ладно. Время мало, так что копаем. Ребят, на шурфе мне очень нравится то, что попадаются интересные скляночки. Вот, смотрите, какая интересная склянка. Что это было? Ну, это вот от одной беды. Вот тоже такая, знаете, классная такая фарфор, что ли. Это не стекло. Богатые, значит, здесь жили. Находка, ребят. Вот он, бревнышко, видите, бревно. И пошли снова сигналы, стекло. Недавно сказал про стекло, что закончились. Нет, перенырнул через бревно и снова находки пошли. Что это у нас? Совет, что ли, какой? Ох, у пацанов есть, и теперь у меня есть. Александр Второй. Александр Второй, 1 копеечка. Год. Даже разгляжу. 58-й.
58 или 56. Ну, не столь важно. Вот такой вот Александр II. Это его вензеля такие, если кто не знает. Класс, класс, царь, класс. Фух. Пацаны там ковыряются. Пока не зовут домой, значит, будем до последнего, пока не крикнут. Ребят, только что вам показал копейку. Начал снова прозванивать. И катушкой, смотрите, снял. Снял слой земли и вижу, что это монета. Да ну нафиг. И смотрите, это у нас пятак. Ничего себе. Вот это да, две монеты в одной. В одной кучке. 1881. Офигеть, затертый, наверное, будет. Но факт в том, что, блин, это у меня второй царский пятак сегодня. А так, в целом, три пятака уже. Ничего себе! Ну-ка, 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 давайте-ка я. А давайте я в прямом эфире, ребят, что-нибудь. Что-то там в глубине есть. Офигеть! Ничего себе! А давайте я попробую его, ребят, вытащить. Этот сигнал. Хотя у меня материала сегодня очень много. Но все равно для информации. Так, что это у нас?